Сорт картофеля «Гарантия» – это среднеспелый столовый сорт с урожайностью до 64 тонн с гектара. Содержание крахмала у него до 17%. Потребительские качества. Вкусовые качества хорошие, кулинарный тип С. То есть картофель сильно разваривается. Пригоден для изготовления гарнирного картофеля, производства картофеля фри, сухого картофельного пюре в зависимости от агроклиматической зоны выращивания, вакуумированного картофеля в послеуборочный период, устойчивость к болезням. Сорт высокоустойчив к вирусам, экзоктониозу по клубням, относительно высокоустойчив к вирусам, парше обыкновенной, тафторозу по листьям, сухой фузариозной гнили, антракнозу. Морфологические признаки. Клубни овальные, кожура красная, гладкая, глазки мелкие, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые. Особенности сорта «Гарантия» пригоден для выращивания на всех типах почв. Лёжкость у сорта хорошая.